В течение недели на базе 6-й поликлиники развернут амбулаторный центр помощи больным COVID и ОРВИ. 40 врачей-ковидологов, прошедших специализацию по лечению коронавируса, будут работать в две смены 7 дней в неделю. В медучреждении будет задействована вся диагностическая база. Там будут проводить рентгенологические лабораторные исследования, забор биоматериала, крови, мазки. Все положенные обследования по COVID-19 выполнят в полном объеме, даже если диагноз не подтвержден лабораторно. Также организуют ежедневное дистанционное наблюдение тех, кто лечится на дому. 65 человек в телефонном режиме будут следить за состоянием пациентов. Кроме того, сформируют группу из 30 выездных бригад. Эти врачи, которые отправляются к больным, будут сразу одномоментно брать мазки. Сразу же эти врачи выдают препараты. То есть не нужно ждать 2-3 дня, когда препарат будет выписан, забран в аптеке, привезен каким-то волонтерам. Врачи уже изначально едут с лекарствами. Нам нужно сделать так, чтобы достойно и вовремя оказывалась помощь в первичном звене на амбулаторном этапе. Для того, чтобы пациенты не доходили до состояния тяжести такой, что необходимо было их госпитализировать. В то же время плановая помощь не сократится. Врачи-специалисты будут распределены по ближайшим отделениям и уже там будут принимать население, закрепленное за 6-й поликлиникой. Дневные стационары просто переместятся на другие площадки. То есть, если вы запланированы на лечение в дневном стационаре, это будет ближайшая к вам 7-я поликлиника. Центр амбулаторной онкологической помощи перемещается на площадку 8-го поликлинического отделения. То есть, плановая помощь остается в том же объеме.